Международная новость. Новым президентом Республики Молдова избран социалист Игорь Дадон. Михаил Игнатьев направил победившему кандидату поздравительную телеграмму. В прошлом году делегация Молдовы посетила Чувашию. Тогда на встрече с главой Чувашии обсуждались возможные направления сотрудничества. В первую очередь в области агробизнеса. Молдавские сельскохозяйственные предприятия активно используют средства химической защиты растений. Но область взаимных интересов надо расширять. Чувашия может быть выгодным поставщиком электротехнической продукции. Кроме того, наша республика готова помочь и в сфере образования и здравоохранения.